Мужская лысина в последнее время стала настоящим источником обогащения. Извечная проблема сильного пола стала настолько больной, что заработать на ней решили даже народные целители, маги и экстрасенсы. Если в клинике восстановление волос обойдется в 100-300 тысяч рублей, то колдуны могут взять всего-то 1-3 тысячи. Но насколько этот метод действенный, никто не знает. Правда, есть и те, кто считает отсутствие волос на голове настоящей фишкой, без которой они потеряли бы свою индивидуальность.